Приветствую вас. Страх одиночества – это всегда про определенное непринятие какой-то части своей личности с одной стороны, и это про обесценивание себя с другой стороны, а также это про отсутствие интереса в общем и целом глобально к жизни с третьей страны. То есть, условно говоря, вам не особо что интересно в своей жизни на данный момент, у вас нет каких-то, вероятно, ярко выраженных интересов, что, соответственно, и перенаправляет вашу энергию вот в такое русло. Русло, где на передний план выходят именно люди. Да? В русло, где на первом плане находятся именно люди. Вот. Хорошо ли это? Ну, я полагаю, что для вас, наверное, нет, потому что вы таким образом, ну, действительно становитесь зависимы от людей. Вот. И как бы это вряд ли вам идет на пользу вашим отношениям. Вот. То есть и, в принципе, с обесцениванием, да, которое у вас вот имеет место быть, и с обесцениванием, и с вашим интересом к жизни, в принципе, можно и нужно, как мне кажется, работать, да? То есть, условно говоря, ну вот в этом направлении, ну, можно и нужно как бы двигаться вам в этом направлении, можно и нужно двигаться в этом направлении, вам можно и нужно работать, да, вот, чтобы, ну, вам было хорошо, комфортно, чтобы вам было спокойно, то есть, иными словами, необходимо развивать в себе в определенной степени чувство, пожалуй, что самодостаточности. Вот. То есть, если мы говорим о том, что вам делать, да, то вот нужно развивать себе чувство самодостаточности и работать над вашей, условно говоря, возможностью в отношениях быть самой собой. Вот. Сейчас вы этого делать фактически не можете, потому что боитесь остаться одна, боитесь, что вас бросят, боитесь, что вы будете никому не нужны, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть такой вот страх у вас, вероятно, ну, даже невероятно, а присутствует. Вот. И, соответственно, конечно, вам очень-очень тяжело и трудно в данном контексте. Вот. Поэтому я думаю, что в этих направлениях вам нужно работать и двигаться, как мне кажется. Вот. Дальше уже нужно, ну вот, смотреть. Дальше уже нужно смотреть, какой у вас опыт,
Вот, потому что опыт, он, в принципе, может быть разным, да, то есть может быть негативный опыт у вас, я имею в виду опыт отношений может быть негативным, я имею в виду, что, может быть, у вас есть определенные страхи, вот, точнее, не может быть, а они, эти страхи, скорее всего, есть у вас, вот. И мне кажется, что в этом направлении вам нужно работать, в этом направлении вам нужно двигаться. Вот. И вы увидите, в общем-то, достаточно быстро результат. Вот вы увидите, что ситуация будет меняться, вы увидите, что, как бы, что вы перестали бояться быть собой, вы увидели, что вам там с, условно говоря, вам самой собой, да, вот как-то вот там комфортно, вот, сейчас пока у вас этого нет, вот, нет такого, что вам комфортно с собой. Вот. Ну, мне кажется, что вам, вероятно, никогда не было комфортно с собой, вот, поэтому удивляться здесь я не стал так сильно, вот. Но, как правило, это вот непрожитые чувства страха, да, непрожитые какие-то эмоции, непрожитые какие-то у вас переживания, непрожитая боль, вот, вполне имеет место быть, вот, и как результат, как следствие, вот, я бы сказал, что вы вот оказались вот своего рода такой ловушке, вот, из которой, ну вот, на самом деле, действительно очень тяжело и действительно очень трудно выбраться. Но можно. Выбраться можно, вот, и изменить вот некоторую так вот свою жизнь, да, тоже можно. Вот, вопрос только вот в том, готовы ли вы это делать. Вот, поэтому я бы в первую очередь, наверное, сначала предложил бы пойти в сторону ваших страхов, вот, я бы предложил вам для начала пойти в сторону ваших переживаний, вот, в сторону, ну, восприятия себя, вот. А дальше уже, собственно говоря, как-то вот смотреть, да, дальше уже как-то вот разбираться, вот, с этим, вот, и исследовать этот момент. Ну, опять же, да, потому что, ну, это довольно важно здесь, если мы вот говорим про эту ситуацию в целом. Вот. Ну вот, пожалуй, как-то так, наверное, можно вам ответить сейчас на
вопроса, на ваш вопрос, да? Вот, потому что совершенно очевидно, что ну, самой вам тяжело и трудно сейчас вот, ну, в том, как вот вы живете, вам сейчас самой тяжело и трудно, как вот вы себя чувствуете. Вот. И, честно говоря, ну, хочется вам помочь. Вот. Чисто. Так вот. И для этого нужно, чтобы вы вот, ну, условно говоря, готовы вот, были, что называется, работать. Да? Работать именно вот, ну, над собой. Да, чтобы вы были готовы именно вот разбираться в себе, даже если это вот вам как-то, ну, как-то вот, ну, покажется непростым, да, даже если вам это покажется тяжелым, вот. Чтобы вы были готовы это делать, чтобы вы были готовы работать над тобой. Вот. Значит, давайте теперь, наверное, по порядку, да, значит, я боюсь одиночества, вложение в отношения, хочу, чтобы люди были как мне привязаны, я был им нужен. Ну вот, здесь момент, от которого, как мне кажется, вы бежите, это момент, где вы не нужны. То есть вот такой момент, да, что будет, если вы, ну, не будете нужны, что произойдет тогда? Что произойдет, если вы вдруг осознаете, увидите, что вы не нужны, что тогда будет. Это, как мне кажется, очень такая важная история, вот. Мне кажется, что на это нужно обратить вам свое внимание, вот, потому что, ну, по факту, вы живете в этом напряжении, да? Вот. А дальше уже, вероятно, будет, ну, более понятно, да? То есть, как правило, человек, он вот именно что убегает от своих таких вот ощущений, да, человек, ну, бежит прям от своих, от чувства, что, ну, что может быть не нужен. Вот. Это, как мне кажется, ну, на самом деле правдивая история, что мы можем быть, не нужны. Вот. Почему-то самое главное сейчас. Вот. Мне кажется, что на это вам вот и нужно в первую очередь свое внимание обратить. Вот. Как мне кажется, опять же повторюсь здесь. Потому что ситуации могут быть разные. Вот. И вполне вероятно, что, ну, что вы со мной не согласны, вот, вполне вероятно, что вы со мной не согласитесь, вот, но, как бы здесь важно, чтобы вы прислушались вот именно к себе, да,
и постарались услышать, да, вот, ну, услышать именно себя, что будет, если вы вот, как это будет, если вы не будете кому-то нужны, вот. Дальше. Вы пытаетесь доказать свою ценность. Ну, подтвердить, доказать свою ценность. Пытаетесь. Вот. Мне кажется, что момент этот очень важный, потому что ценность ваша получается постоянно под угрозой. Вот. И нужно, как мне кажется, вот отдельно разобраться с тем, кому вы пытаетесь доказать свою ценность. Кто вас обесценил, например. Да? Ну, вообще, вот, в жизни. Мне кажется, такое было. Мне кажется, что был такой у вас в жизни неоднократно. Вот. Что вас обесценивали. Вот. Это очень, конечно, печально, что так происходит, но еще печально, что вы это как-то вот взяли на, ну, на вооружение. То есть очень печально, что вы к этому вот, ну, так серьезно достаточно относитесь, вот, к тому, что вас обесценивают, вот, и приняли это вот всерьез сейчас, хотя всерьез принимать это вы могли только находясь в состоянии определенного кризиса. Вот. И сейчас вы пытаетесь сбиться за других людей, чтобы вот свою ценность как-то вот, ну, подтвердить. Вот. Ну, момент как бы вот в том, да, что будет, если не подтвердите, да, и для чего вообще ее подтверждать? Ну, я имею в виду ценность свою. Но что это за ценность, если ее нужно подтверждать? Ценность, я имею в виду. Вот. Поэтому тут, мне кажется, такой вот есть важный момент и важный элемент, на который хотелось бы обратить ваше внимание. Да. Ну, опять же, потому что это, как мне кажется, достаточно важно. Ну, достаточно важный момент. Вот. А дальше. Видают у молодых людей на пермиссии, и мне кажется, мне нужна, просто хочу построить нормальные отношения с одним партнером без страха. Парадоксальным образом, здесь ситуация такова, что именно то, что вы хотите построить отношения с партнером без страха остаться одной, да, взаимоисключая друг друга. Вот. Ну, то есть, пока вы хотите построить отношения, только из страха. К сожалению, пока что. Пока вы хотите построить отношения, только из страха. Только из вот чувства страха, пока что вы это делаете. Я бы двигался в сторону того, чтобы сделать просто в целом, ну, глобально свою жизнь именно более интересно.
да, вот, тогда, на мой взгляд, ну, ситуация для вас может стать, ну, гораздо качественнее, гораздо лучше, да, вот, гораздо привлекательнее, потому что вы сможете как-то вот, ну, более, как это сказать, более цельно себя вести, более цельно взаимодействовать с партнером, вот, со своими партнерами. Вот, у вас не будет таких вот страхов. Вот. Ну и желание выстраивать отношения тоже в принципе может стать меньше, потому что ну, мотивации не будут. А возможно, вы в принципе переключитесь, да, там, на что-то другое вообще, то есть ну, на какие-то другие моменты вы переключитесь, и вам это все будет ну, уже не так интересно, как, например, раньше. Вот. То есть это такая вот, ну, в какой-то степени, не знаю, оборотная сторона, если хотите. Вот, это обратная сторона вот этого процесса. Вот. О, поэтому ваше желание, оно понятно. Вот. В принципе, ваше желание понятно. Но насколько оно, это ваше желание является самобытным, вот. Это вопрос. Мне кажется, что оно вот как раз, ну, не сказать, чтобы самобытное. Вот. Мне кажется, что не совсем оно самобытное. Вот. Потому что сейчас в отношении вы, ну, условно бежите, вот, как будто бы вы бежите в них, вот, ну, именно в отношения, вы убегаете в отношения, вот. А если, там, условно, не бежать в отношения, да, если не убегать от себя, вот, что тогда получится, что тогда будет? Может быть, вам даже самой страшно было бы задавать себе вот такой вопрос, потому что это неизвестность, нужно полагаться на себя. Вот вообще это такая системная достаточно история, что человек, который боится одиночества, да, он вот, этот человек не может полагаться на себя. Тот человек, он постоянно пытается положиться на других людей. Вот. А от чего, собственно, и страдает? Вот, и страдает, ну, достаточно, я бы сказал, сильно, наверное, вот, потому что постоянно это напряжение, вот, постоянно это такой, знаете как, ну, перебор, да, партнеров, вот. И мне кажется, что, ну, может быть, я, конечно, не знаю, но, может быть, вам
самой от этого тяжело. Может быть. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Может быть, может быть, я не прав здесь. Вот. Поэтому тут есть такой вот парадокс. Вот. То есть отношения. Вы вот свою ценность видите исключительно в условном контексте. Вот. А мне напротив, я напротив думаю, что вам нужен личностный рост, ну помощь в личностном росте для того, чтобы получить возможность принимать себя такой, вот, какая вы есть, без условий. Вот. Ну, я думаю, что, безусловно, на данный момент времени вы себя не принимаете. Я так вот думаю. Вот. Ну, задача психолога этот момент исправить. Задача психолога как раз в том, чтобы вот, помочь вам в этом, чтобы помочь вам, ну, как раз по-другому на себя посмотреть. Вот. Это реально вполне вам нужно, как мне кажется. Как мне кажется, вам нужно позволить нам это сделать, позволить вам помочь, а самой просто немножко смелости. Вот так, знаете, вот, чуть-чуть совсем смелости. Вот. И, в принципе, все может быть у вас хорошо. Вот. А вот как-то, наверное, какой-то такой ответ хотел бы я вам дать с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот, с точки зрения моей философии и с точки зрения моего подхода. Вот, надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, вам это было интересно. Надеюсь, вы пищу для размышлений получили. И дальше будете уже с этим что-то делать. Ну, то есть что-то, я имею в виду вот то, что вам делать захочется. Вот. Как-то так. На этом все, пожалуй. Удачи вам, всего самого доброго вам. Буду благодарен. Буду благодарен вам за обратную связь. Вот, по моему вопросу, там, позволит вам начать работу над собой, вот, позволит вам лучше в себе разобраться, позволит вам лучше себя понять, вот, удачи!